приходом весны и теплых дней пришли и новые проблемы для владельцев автомобилей. Если зимой приходилось бороться с морозами, то весной и летом предстоит серьезная борьба с шарой. Согласно данным Европейской ассоциации автомобильных инженеров, более 90% капитального ремонта двигателей, коробок передач, раздаток и мостов приходится именно на весенне-летний период, что и неудивительно, так как в городских пробках моторы и прочие агрегаты сильно перегреваются, что неминуемо приводит к дорогостоящему капитальному ремонту. Решить эту проблему позволяет продукция Супротек. Благодаря уникальному химическому составу присадки Супротек способны обеспечить надежную работу двигателя даже в случае, если моторное масло полностью вытечет из двигателя. Свидетелями этого фантастического действия стали десятки экспертов и сотни тысяч зрителей многих автошоу, где демонстрировалась работа двигателя без масла. Демонстративно снят поддон, то есть понятно, что нет масла. Видно, как в холостую работает масляный насос. И видно, что не стучит, не клинит, не дымит. Мои российские коллеги, журналисты, эксперты Олег и Андрей Осиповы, увиденным были столь поражены, что решились проверить действие Супротека на своих машинах. Мне довелось попробовать этот состав на высоконагруженных машинах, да, в реальных, так сказать, боевых условиях гоночного трека, когда особенно турбовые моторы работают в предельных режимах, они начинают очень сильно подъедать масло. Да, вот здесь угар масла практически исчез. И при этом мотор работал на полную свою отдачу. Расход упал, увеличилась мощность, автомобиль стал работать тише. По сути говоря, если вы проехали на машине 20 тысяч километров, вы заливаете Супротек, у вас получается, что автомобиль как новенький. И главное, абсолютно никакого риска, потому что это тот состав, который никаким образом не влияет на масло. На те присадки, которые в маслах есть современные, не имеет к ним никакого отношения. Он взаимодействует исключительно и только с металлом. Интересно, а как фантастические характеристики Супротека объясняет прикладная наука? Супротек – это триботехнический состав нового поколения. Он предназначен для восстановления, защиты, продления ресурса двигателей внутреннего сгорания, трансмиссии, гур, подшипников, шрус и топливных насосов. Уникальные свойства природных минералов позволяют в процессе штатной эксплуатации на поверхностях трения сформировать защитный железоуглеродистый слой. Этот слой и восстанавливает износ. Но самое главное, он плотно держит масло на поверхности. За счет этого восстанавливаются технические характеристики двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов вплоть до номинальных значений. Теоретически, как воздействуют на подвижные части мотора Супротек, в общем-то, понятно. Но возможно ли это определить не на уровне научной теории и не на личных ощущениях владельцев машин, а на уровне конкретных цифр? Это решили проверить российские автомобильные инженеры, и после заливки Супротека в двигатель машины с пробегом более 100 тысяч километров загнали ее на диагностический стенд и с помощью приборов установили, что мощность мотора вернула к заводским показателям, а компрессия в цилиндрах выровнялась и увеличилась. Аналогичный тест инженеры провели с дизельным Defender объемом 2,4 литра с пробегом более 80 тысяч километров по тяжелым бездорожьям. Красным цветом обозначены показатели до обработки Супротеком, а зеленым – после. Компрессия в цилиндрах вернула к заводским показателям 17,5. Таким образом, продукция Супротек не только защищает мотор, но и способна восстанавливать их заводские характеристики. Составы Супротек выпускаются как для бензиновых, так и для дизельных моторов, и сегодня продукцию Супротек можно приобрести и в Казахстане. Более подробно о продукции Супротек вы можете узнать на сайте suprotec.ru.